У Казахстана есть все шансы стать крупным академическим хабом, заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе своей рабочей командировки в США. В городе Сент-Колледж министр встретился с президентом университета штата Пенсильвания. По итогам переговоров стороны договорились о выделении из бюджета университета гранта для казахстанских студентов на сумму 1,5 миллиона долларов. Студенты смогут обучиться востребованным профессиям в сфере ядерных технологий, сельского хозяйства, генетики, биотехнологии и юриспруденции. Сотни ребят из Казахстана обучались у нас в университете штата Пенсильвания, в том числе и по программе «Балашак». Теперь мы намерены инвестировать и в образование Казахстана. У казахстанских студентов хорошая база знаний. К тому же желание учиться и постигать новые знания очень велико. В перспективе мы планируем открыть в Казахстане филиалы престижных университетов Америки. Также намерены привлечь иностранных студентов в нашу страну. Так Казахстан станет большим академическим хабом качественного образования для всех студентов. Как раз сейчас у нас появилась прекрасная возможность.